Здравствуйте, дорогие мои. Вот кончился отпуск, и пришла работа. Надо уже заниматься полностью рассадой. 13 февраля мы сеяли семенами баклажаны. Вот эти вот, смотрите. О, вот эти баклажанчики были посеяны 13 февраля. С этой стороны белый, а здесь черный великан. И также мы сеяли острый перец. Вот он у нас, вот здесь. Тоже 13 февраля. И вот пришла пора все это дело пикировать. Чем я и занимаюсь. А вот у нас перчик, ребята, распикированный. Сладкий перец, вот этот весь сладкий перец, он уже распикированный был. А по-моему, 13 февраля мы его и распикировали. Это перец, который был куплен в магазине. На канале все есть. Кому интересно, можно посмотреть. Значит, что делаем? Прежде чем буду пикировать, я все пролила. Пикировать буду вот в такие мешочки. Я все-таки дождалась, когда они ко мне пришли. Я уже заполнила их землей. Я это дело все пролила. Сейчас сделаю вот такие вот отверстия. Вот таким обыкновенным ножиком пластмассовым. Сейчас я там сделаю отверстие. Вот таким вот образом. И буду сажать баклажаны. Вот так вот. Здесь у меня 24 мешочка. Надеюсь, хватит. Почему в мешочке? Очень удобно в этих, с этими мешочками сразу сажать в грунт, не вытаскивая растения, не повреждая корень. Очень даже и хорошо. Еще я в эти мешочки буду сажать огурчики. 1 апреля я буду сажать огурчики. Тоже в мешочке. Ну ладно, сейчас мы это дело потом закончим. Сейчас попробуем вытащить баклажанчик и воткнуть туда. И показать вам, как я это буду делать. Значит, так. Так будет поудобней. Вот беру ложку. Вот такую ложку. Обыкновенную. И подцепляю корешок. Тихонечко, не повреждая его. Держу за стебелечек. И смотрите, какой у нас получается корешок. Он уже начинает разветвляться. У него уже листочек настоящий. И втыкаем мы это дело все вот сюда, в мешочек. Мой ты маленький. Мой ты хороший. Так, чтобы он не упал. Мешочки у меня завернуты. И по мере того, как они будут расти, я буду подсыпать землю. Все достаточно просто. Ничего необыкновенного. Вот сидит красавец белый. Красавец белый сидит. Сейчас мы все белые так и пересадим. А потом возьмемся за черных красавцев. Смотрите, как я классно вытащила. Смотрите, какой корешочек. Вот такой вот корешочек у нас. Сейчас мы его воткнем. А воткнем мы его вот сюда. Вот так вот. Тихонечко. Вот так вот он у нас там будет жить. А жить он будет там до мая месяца. А потом пойдет в тепличку. Вот таким вот образом, ребят. Все. Еще один посадили. Вот так вот два. Видно, да? Вот. Так и буду продолжать. Как закончу, покажу. Ну вот, друзья. Баклажаны пересаженные. 24 штучки я пересадила в отдельные стаканчики.
Осталось еще 13 штук. Пусть они порастут, а там будет видно, что с ними делать. Пересажу, будет место. Может, кому подарю, может, так, куда посажу. Короче говоря, 24 штучки уже растут. А я занимаюсь перчиком чили. Острый перец чили буду сажать вот в такие стаканчики со съемным дном. Вот такие стаканчики у меня есть со съемным дном. Вот в такой вот кассете. Вот они у меня тут будут жить. А вот они сами. И их тоже останется много. Буду думать, что делать. Посадили много, потому что не знали. Эксперимент был. Пойдет острый перец из магазина или не пойдет? Оказалось, пойдет. Ну, вы же знаете, так жалко всегда куда-то девать, выкидывать. Выкидывать рука не поднимается. Поэтому все будет расти. А конец мая покажет. Вот и все, мои дорогие. На сегодня все. Пока-пока.